науку, и теперь, возможно, опять же, дорога в рай вновь открыта, благодаря тому, что вот одна единственная такая юная девушка согласилась стать матерью Бога. Вот. Тем самым, собственно говоря, здесь появится день спасения нашего болезни, это начало нашего спасения, то есть дорога в рай, уже на Богородице, сегодня она открывается. И сегодня мы вспоминаем этот замечательный день. В общем-то, и то, что наш девиз для тех, кто играет живой свет, как раз сегодня очень ярко можно, так сказать, его увидеть, да, вот эта дорога в живой свет, она открыта. Так, а текст кому-нибудь еще нужно? Дать? Нет? Вот. Вот тогда давайте попробуем спеть. Не спасение нашего главизну, и еже от века таинство явление, Сын Божий, Сын Дева бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним Богородице возопим, радуйся благодатная, Господь с тобою. Ура! Ура! Я, наверное, еще раз прочту на всякий случай, но, поскольку это важные слова.